возникает вопрос, а откуда возьмете силы для этого? Замечательно, но откуда возьмете силы, как вы это сделаете? Это правильно, контроль чувств. Мужчины самовладение, видите, это разум. Очень хорошо сказано. Но вопрос, откуда вы идете силы воздерживаться? Это главное. А? Как? Как работать над собой? Как развить свой разум? Что нужно для этого делать? Вера в Бога должна быть всегда очень.